затащила своего парнишу купить кроксы. Нормально? Да, прикольно. Хотели классические, но все-таки возьмем такие с подошвой, как будто это кеды. Барса. Так, они не сильно дешевые. Выбирай один. Ты думаешь? Штучка 25 злотых. Она стоит барса, тебе хватит, да. Так, одними кроксами не обошлось. Еще кепочку себе нашел. Нормально. Да? Очень недорого. И по традиции перед фильмом мы должны обязательно покушать мак. В Украине, кстати, мы ходили именно с пакетом мак. Но здесь я, так вроде бы не получается. Что хотела сказать? Давай так, мы еще не пробовали. Так, мы пришли. Что хочу сказать, мы выкупили последних два свободных места. Это кошмар. Это как мы будем смотреть? Ужас.